Здравствуйте, давайте знакомиться. Мое имя Винтик. Полтора месяца назад моя мама, большая собака, родила на свет целых 8 маленьких щенят. Меня, моих братишек и сестренок. Я очень люблю свою маму и своего папочку. Вот он. Но моя мама всегда очень грустная. Раньше я не понимал, почему так, но недавно она мне все-все рассказала. Мама говорит, что мы никому не нужны собаки, и что где-то там, в Ханты-Мансийске, у собак совсем другая жизнь. Говорит, что там их люди пускают к себе домой или в подъезд, где тепло и уютно. А нас некому пустить в теплый уголок, потому что живем мы за городом. Мама говорит, всего в 5 минутах езды. 5 минут – это же так мало! А жизнь с теми собаками у нас совсем разная. Многих моих братишек и сестренок, к счастью, уже забрали добрые люди. Но вот я остался. Я, мой маленький брат, мама и папа. Вот то место, где мы живем. Здесь очень холодно и не очень чисто. Спим мы с братом иногда в этом кресле, но даже в нем морозно. Когда на улице холодает, мама и папа обязательно нас согревают. Вы знаете, у нас очень замечательная семья и очень дружная. Мы все друг друга очень любим. И родители наш там и большой пример. Когда мы подрастем с братишкой, станем такими же сильными и отважными охранниками, как наш папа, и такими же добрыми и ласковыми, как наша мамочка. Только ушки не будут такими смешными, как у нее. Мама очень забавная и очень хорошая. Больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы каждый из нас нашел дом или временную передержку. Чтобы я и мой братик росли в любящих человеческих семьях. Папа стал настоящим сторожем, а мама никогда-никогда больше не грустила. Разве много для этого нужно? Всего лишь капелька вашей любви, и мы обязательно отплатим вам самой настоящей собачьей преданностью.